Самбано, меня зовут Сотничий Гор, и я недавно закончил 3-й класс. Когда мы отмечали День Победы, я для своего YouTube-канала «Красная Вилка» создал фильм «Повара гвардии» полковника Барсоева и написал эссе про единственного героя-земляка, которого я знаю. Это Новолоцкий Алексей Романович, мой двоюродный прадедушка и капитан артиллерии. Мой брат Илюша его не знает, но я ему расскажу. Это невидимая веревка, наша память о семье. Город Улан-Удэ – старый город. Мои предки из Красноярского и Забайкальского края, Стункинского и Кабанского районов Бурятии. Мы с папой записываем рассказы старшего поколения. Смотришь фото из семейного архива, а там столько людей, и о каждом есть отдельная история. В этом деле главное не останавливаться. Накопим фото и рассказов и делаем книгу. Прадедушка Балдан Галзутович Сотнич передал моему папе родословную. Я – 11-е известное поколение. Надо изучать свои корни. Реликвии нашей семьи – это дедушкины часы, солдатики и марки. Прадед рассказывал сказки, вот одна из них. Найон и Батрак. Давным-давно жил богатый Найон, очень обижал Батрака. Однажды отправился Найон в гости. Добрались до улуса, Батрак говорит: «Мой шеф не любит, когда много раз приглашают к столу». Поставила еду хозяйка и приглашает голодного Найона: «Угощайтесь». Только один раз пригласила она, больше не стала. Тем временем Батрак и досыта наелся, да и остальные наелись. А Найон остался голодным. На другой день то же самое повторилось. Пора и домой собираться. Злится богач. Вот едут они, а Батраку очень радостно и весело. Понял Найон, каково быть голодным. С тех пор, говорят, стал досыта кормить своего Батрака. Вот так моему прадедушке рассказывали сказки его прадеды. Прошло короткое время, и у нас снова есть Найоны и Батраки. Может, что-то изменится. Ну а пока был прав мой прадедушка. Сказки нужны, и моя семья сохранила и передала мне. Главное, что я понял, нужно быть умным и добрым, сильным, чтобы были силы помочь другим людям. Ну а если тебя кормят в деревне, надо есть, ведь непонятно, когда в следующий раз будут кормить. Заходи на мой канал «Красная Вилка», БРЛА, БРТ.